такой Машкарон еще 200 лет примерно ехал. Но здесь проезда не было, здесь прорва была, и не знали, что делать. Умные, где все умные. Здесь нужно сделать подборный ритм. Вот смотрите, сейчас остановитесь, смотрите. Вот налево-направо, вот видно здесь. Видите, камни какие? Это мы дамбу возвели, потому что вода поднимается выше, вот это заполняет все. А теперь она дойдет до сюда, она уже не может пойти. Ее начнет сжимать туда. Ну, маленько где-то она, может быть, перехлестнет. А здесь вторая дамба. Не дамба называется, а парапет. Она должна вода туда сойти. Вот ей прорва, где вот, видите, жертв там красно-синий-белый под вид российского флага. И оттуда вода идет. И она должна туда сходить. Ну, так видно, до самой этой вон сходить. Вон, видно, где течет. А здесь камень, камнем забили. И дальше тоже сделали, видите, направо и налево это парапеты, чтобы вода не... Она говорит, а поднимется выше. Я говорю, а куда она дальше пойдет? Она ударится в этот и все равно сюда сойдет. И тут очень большая работа. Вот эта вот, которая вода, это прорва была, глубокая туда идет, вниз. Поехали. А написано, дно каменистое. Когда человек подъедет, он боится, а что, куда ехать? Куда я люблю? А вот ты спокойно проезжаешь, спокойным ходом. Вот так. Видишь, она как горная река. Это не просто так было сделать. Вот там трубы и вывели туда. А там второй мостик. Там вообще прорва была на шириной метров на 8. И глубиной там метров 4. И на все это накинули. Они его сделали, она опять прорвала. А здесь шлюз есть у нас, который обводной канал. И она должна по нему обходить, копание. Теперь дорога прямая здесь проходит. А до этого нужно было туда ехать на разъезд, и он где леса, там отъезжать с той стороны. Здесь тоже медленно. Медленно-медленно проехать. Видите, что дело. Видите, как вот право от рожек копыт. Он был сухой. Теперь настоящий там либо не лес, может быть. Здесь, куда она прошла. Вот как. Мы его проедем потихонечку. Не спешить никуда, там обрыв, а тут такое потихоньку. Благословит нас. Посмотрите. Ты смотри, как наросло. Кажется, не было этого. Да, не было сорняка. Вот. И там, да, вот это дальше идет от рожек. Он там метров на 400, он тоже сухой был, корову переходили. Сейчас это все вода. Там уток полно. Микроклимат изменился. А где здесь мы забивали сваи, очень много. О, потихоньку. Это я не думал, что тут такое. Видишь, как пробили. Но это ничего. Вода намного ниже. И там наверху развернешься. А там вон она, вон утки полетели. От рожек туда мы проедем. Наверх поднимись. Погодишься. А вот здесь как раз вот это зеленое. Это солодка. Вот сейчас. Да больше ты не надо ехать. Вот здесь вот развернулся. Здесь ничего нет, вроде ни ямы, ничего. Смотри внимательно. По-моему, спокойно. А назад сейчас разворачивайся. Сзади ничего у него никак. Ну тогда так кружок сделай, да выверни. Я так примерно все замерили, мы с сожжению прошли. Приблизительная глубина где-то 272 тысячи кубометров. Это воды здесь, кажется, заглонились. А это вот я прорытый как канал, это земли брали сюда когда-то, те годы. Когда совхоз был, колхоз был. Ну, там, видать, пасы. Там столбы шли. Сейчас не
этого нет. Телефоны свои. Крещение. Те годы, когда воды-то нигде не было, а сюда приезжали люди с крещением. Отец на улице Израиля решили вынести. Чтобы это вот все, да, длина это сюда, можно понимать. Вот по 1500 на сейчас. А сейчас наши так, сейчас налево смотри, где там проезд. Станет один, то мост, там ласточки жили. А теперь вот так сделали, без трубы. Ну еще, первый год по-настоящему. Спокойно прошел. А мы потеряем это участие, фактически никакого не принимают. И трактора, и трактора, а мы все здесь еще принимали. Говорят, вам за счет накажут. Там деревья идут, это на Рыжнице, там где деревья заканчиваются. Там были показаны еще какую работу сделали втроем. Очень большая работа. Так, потихоньку. Сейчас посмотри, там где просто маленько заведешь, чтобы так хорош, хорош больше не ехать. Ну подальше маленечко и заворачивай. Там везде обрыв. Направо. Направо, поверни еще, чтобы выехать на дорожку. Вот так вот направо. Ну, нужно вперед, вперед. Вот так можно оставить машину сзади. Вот так, она никуда не съедет, ничего. Вот, выходите-ка. Давайте. Посмотрим, мне что-то упирается. Смотри, смотри, тут дядя Вова. Нет, нет, нет. Дядя Вова, да. Мы с тобой видел такой ролик? Да, я смотрел. Путин, дети там это. Дядя Вова, мы с тобой. Ну-ка пошли. Посмотрим, что у нас тут есть, а? Ой-ой-ой. Это что у нас? Смотрите. Вода-то не поднялась где-то, она стоит здесь. Это мы перегородили. Вот в этом отрожке никогда не было воды. Тянется, смотри, вот это никак не привычно. А нынче я им разрешил прокопать маленько воду, спустить. И вода что сделала-то? Глину унесла, все разбила, но главное остановилась. И нынче вот мы опять вот это вот все заложили. Вон, видишь, которые подняли, забутили. И она там, ну сколько, я не знаю, сантиметр 40 еще может подниматься. И дальше она пойдет. Рядом камни, она в камне развивается, чтобы не подмыло нигде. И теперь в это здесь можно было бы разводить хорошую рыбу. Проезда не было, теперь проезд сделали. Вот, и для рыбы, и купаться здесь, особенно вот этому отрожке. Тут мелко, а потом поглубже, и нырнул сразу опять мелко. Оно вот такое вот идет. Как вот. Человек, который, видишь, сколько, это все вручную мы копали, ведрами носили. Когда-то, может, дорожка была, а та корова, когда, чтобы заходят, не заходили. Мы отовсюду все. Смотри, он как эту,
жертва, которая огораживала, так как согнула-то в какую дугу. Mm-hmm. Вон тот столб. А почему? А это сдвинула она ее, похоже. А может, снегом задавила. То даже еще как сказать. Вот надо прокопать траншею, чтобы весной вода сразу пошла. Пойдем тут. Вот это камни привозили. Это камни такие, а там настоящий гусь. Вот деревья, ну всегда найдется рабочий. И притом это очень полезно. Потому что нас не будет, это достанется тем, которые будут жить. Дорога восстановлена. Вода наша на рыбалку ходит, а там тут было смешно нравится. Потихонечку. Вот мы с Василием, плотником, с женой Александрой, с сыном их Тихоном решили сделать небольшую экскурсию. Так, чтобы не ударило сиденье. Надо смотреть.